Город Москва, Московский метрополитен, станция метро Киевская. Слава Сердечеству, наша свободная, дружбы народов, надежный оплот. Это из гимна, слова из гимна. Здесь портрет Ленина из мозаики сделан. Ну и вот нерушимая вечная дружба украинского и русского народа. Всех народов Советского Союза является залогом национальной независимости и свободы, расцвета национальной культуры и процветания украинского народа, как и других народов Советского Союза. Станция метро Киевская, да, именно Украине посвящена. Университет Орденоносная Украина, Республика Рабочих. Имеется в виду, наверное, Орден Ленина. Дружба русских и украинских колхозников. Социалистическое соревнование металлургов Урала и Донбасса. Вот там Киевский вокзал. Вот так. Освобождение Киева Советской Армии в 1945 году. Салют Победы в Москве. Ну, тоже своего рода даже музей, можно сказать. Народное гуляние в Киеве. С бандурой изображен человек. Тракторная бригада 1 МТС. Это на времена колхоза. Калинин и Орджоникидзе на открытии Дня Прогресса. Ну, значимые события для Советского Союза. Возвращение советской власти Ленина в октябрь 1917. Но знамени вся власть Совета. Вот такая интересная станция. Ленинская искра, ну, революционные какие-то мотивы идут, и что-то вот 1905 год в Донбассе, вот, война шла, да, в прошлом веке. Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Шевченко в Петербурге. Пушкин на Украине. Полтавская битва, 1709 год. Переяславская рада, 8-18 января 1654 год. Там получается дальше. Там переход железнодорожный.
марта 1954 года.